Весна потихоньку уже вступает в свои права. На водоемы Баянаульского района Павлодарской области прилетели краснокнижные птицы, лебеди и огори из семейства утиных. Жители деревень выкладывают фотографии и видео с редкими пернатыми в социальные сети. Зимой там уже не раз замечали лебедей, а вот с потеплением сюда слетелись и красные утки. Всего в Баянауле обитает более 50 видов птиц. Среди них лебедь, гусь, утка и беркут.